Отмечать свой праздник в этом году студентам выпало в необычном ключе. Фойе кинотеатра «Искра» оформили в стиле квартиры. Никакого дресс-кода, никаких скучных посиделок в душном зале. В этот день гости, они же и главные герои праздника, должны чувствовать себя в своей тарелке. Необычная обстановка, атмосфера. Все как-то возвращает в такое время, когда можно действительно собраться с друзьями, неформально пообщаться, болтать, посплетничать, послушать песни. У нас есть такая импровизированная кухня, где можно там попить компот, чай, кофе. Есть игровая зона. Также сегодня всех наших студентов, жителей, всех тех, кто придет на студенческий квартирник, ждет концертная программа. Энергичные танцевальные номера, песни группы «Город С», веселые конкурсы. Повода скучать у студентов из самых разных учебных заведений Москвы и Московской области не было. К тому же за свою активность вузовцы могли получить благодарственные грамоты. Я сразу знала, что мероприятие будет очень крутое, очень интересное, поэтому пришла с удовольствием. Еще и молодого человека привела. В общем, впечатления потрясающие. Студентов нужно сплотить, потому что учебных заведений много, а студенты между собой общаются мало. Даже студенты наших подразделений, именно структурных колледжа, между собой мало общаются и пересекаются. Поэтому я считаю, что студентов нужно собирать вместе. А что сближает лучше, чем хорошая музыка? Пожалуй, только танцы. Поэтому и закончился этот вечер не спокойными разговорами, а ритмичным диджейским сетом. Можно и отдохнуть, ведь сессия еще не скоро. Александр Шишов, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.